Выход в люди. Здравствуйте, мы находимся в музее имени Щусева, где сегодня состоится показ коллекции «Весна-лето-2013» Александра Терехова, одного из главных и самых успешных российских дизайнеров, человека, который, по слухам, одевал первую леди страны, когда она была таковой, Светлану Медведеву. Стелла, вы бы хотели оказаться на месте первой леди страны Людмилы Путиной? Нет, спасибо. Почему? Знаете, у меня прекрасный муж Вадим Аминов, я его не поменяю даже на Владимира Владимировича Путина. Нет. Мне кажется, слишком большая ответственность. А вообще, первой леди Франции, хотели бы быть? Ну, тоже очень большая ответственность. Можно второй леди, там, например, женой премьер-министра, например, как-то, или министра культуры. Вот, мне кажется, женой министра культуры я бы хотела быть. Вам Мединский нравится? Ну, он ничего, молодой такой. Неожиданный вопрос. Мне кажется, что это адское испытание. Уж на ее месте, мне кажется, вообще никто бы не хотел оказаться, никакая леди. Нет. Ну, потому что, не знаю, лучше быть первой леди на своем собственном месте, чем на чужом. Я предпочитаю быть на своем месте, если честно. Но все-таки каверзные вопросы. Вы знаете, это большая ответственность. Ну и вообще бестактный вопрос на самом деле. Просто первой леди. Просто первой. Ну, вы знаете... мне кажется, может быть, что-то в этом есть. Асель, вы бы хотели оказаться на месте первой леди страны Людмилы Путиной? Я думаю, что это очень ответственная и тяжелая работа. Нет, наверное, бы не хотела. Нет, мне кажется, это тяжело. Ну нет, я не думала даже об этом никогда. Если подумать, вот я вам задаю вопрос. Ну нет. Не знаю, как-то я вне политики. А, наверное, первая леди, она как бы в любом случае уже в политике, потому что она первая леди, даже если она и не хочет в этом участвовать. Хотели бы оказаться на месте первой леди страны Людмилы Путиной? Нет, никогда. Потому что я люблю свободу, танцевать на столах, пить, гулять и так далее. Это не подходит. Первой леди. Никогда, ни за какие деньги. Показ Александра Терехова начнется через несколько минут, но уже можно сделать небольшие выводы. Итак, три светские дамы пришли в одинаковых зеленых платьях от Александра Терехова, двое в одинаковых голубых платьях, причем одна из этих дам была Алена Свиридова, и две светские девушки, Снежана Георгиева и Мирослава Дума, пришли в одинаковых юбках тоже от Александра Терехова. И это может говорить только об одном, что Александр Терехов становится все более и более популярен. Выход в люди.